Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Об этом он заявил сегодня в своем послании. Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра Армении в полном объеме, определенном законодательством и Конституцией. «Я ухожу в отставку в день гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа», — сказал он. Пашинян заявил, что уходит в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы, что его политическая сила будет участвовать в этих выборах, и что он будет баллотироваться в качестве кандидата на пост премьер-министра.